В маленьких сковородочках. Но мне нравится, что Миша эту идею позаимствовал буквально. Горяченькая из костерка. Языка и обсуждаем на парах статьи, которые прочитали дома специально. И предыдущие разы каждая прочитывала статью про выборы во Франции. И это интересно, в отличие от русских выборов, например, потому что там предвыборная гонка довольно захватывающая. Но я поняла, что я устала от проектов Франсуа Фийона, Марин Ле Пен, Макрона. Поэтому сегодня я буду читать статью про красоту и здоровье. Я приехала сегодня во французский визовый центр, проспект Мира, и, естественно, именно сегодня они не принимают документы, только выдают. Поэтому мне придется возвращаться сюда завтра, видимо, после учебы. И сегодня у меня выходной, так что я еду домой греться, потому что на улице очень-очень-очень холодно, 17 апреля. Сегодня невероятная бомба в интерьерных тканях, просто нереально. Срочно надо купить пару метров шелковый для шелковых штанишек. Обновить интерьер на себе. Вывернулась как дельку, и восстать помаленьку в панельку.
Спасибо.